кто ты такой? Нет, кто ты? Нет, кто ты такой, мне скажи? Кто ты такой? Кто ты? Кто? Кто ты такой? Я главный. Кто ты такой? Кто ты такой? Кто где ты был вчера? Кто где ты был завтра? Да не тыкайте меня. Кто ты такой? Кто ты такой? Кто ты такой? Кто ты такой? А ты кто такой? Я вам не помешал? Вы что-то делали тут, на полу, делили деньги. Это интересно, продолжайте. Ну, продолжайте. А я посмотрю. Пусти! Я хотел честно, по справедливости. Всем поровну по 2500. Вам, Остап Абрагимович, ему, Козлевичу, и мне. 10 000. Хорошо. Жалование господина Корейко за 20 лет беспорочной службы. Да, теперь пусть разделит Паниковский. У него, как видно, имеется особое мнение. Остап Абрагимович, особое мнение. У меня есть особое мнение? Есть у меня особое мнение. Почему у меня нет особого мнения? 10 000 я не разделю. Несчастных 10 000 я не разделю. Потому что же... 8. Так, правильно. Тоже мне деньги, понимаешь? 10 000. Этого я не делил, 10 000. Сейчас он понял. Это мне, это ему, это тоже ему. Это Остап Абрагимовичу, это мне. Нет, это все, это, вот это мне. Это Остап Абрагимовичу, это мне. Это ему, это тоже ему. Это мне, это Остап Абрагимовичу, это мне. Это ему. Уеду, уеду курьерским сегодня же. На Крещатик, это мне, это ему, это мне. Вот это мне, это ему, это мне, Остапа. Это Остап Абрагимович, это мне. Это я, Остап Абрагимович, вот это сюда. Это мне, это Остап Абрагимович, это ему, это ему. Вот это мне, это мне, это мне, это Остап Абрагимович. Нет, вот сюда, это мне. Итак, нам с вами, Остап Абрагимович, по 4 000. И по Лаганову 2. Он и на 2 не на работу. Козлевичу. За что, Козлевич? Это грабеж! Кто такой Козлевич, чтобы с ним делиться? Мы не знаем никакого Козлевича. Все? Все. Какой может быть в этот момент Козлевич? Шмазлевич. Вы кончили? Кончил. Я буду делить. Только по справедливости, Бендер. По справедливости. О! Шура! Бросьте шутить, Бендер. Надо разделить по справедливости. В этот поздний час, Шура, я шутить и не собираюсь. Зачем же мы работали? Так нельзя. Это... Объясните. Мы старались с Михаилом Самуэлевичем. Шура! Вам, любимому сыну лейтенанта Шмидта, я хочу только напомнить, что мы прибыли сюда не за 10 000. Этих 1000 лично мне нужно, по крайней мере, 500. Зачем же вы нас посылали? Дело в том, Шура... А ты кто такой? Дело в том, Шура, что я не налетчик. Я чту уголовный кодекс. Я идейный борец за денежные знаки. Это была проверка. У служащего 46 рублями жалования оказывается в кармане 10 000. Это же дает огромный шанс. Большие шансы.